Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Как вы думаете, сегодня что у нас будет? Ням-ням-ням-ням-ням! Любимая Макдональдс. Еще горячий. Здесь у нас гамбургер, но он не один, у него есть подружка. Еще одна гамбургер. Давайте как свиньи. Прям вот так вот. От души, так скажем. И вся эта красота мне обошлась 18 манат 10 копеек. Да, и еще была доставка. Так. Вау, а это Биг Мак. Честно, у меня рот настолько не открывается, чтобы съесть Биг Мак. Но я решила его взять. В общем, давайте приступим к еде. Как вы видите, у меня новый столик. А все почему? Потому что я не дома. Да, 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 да. У меня такое, знаете, игривое настроение, я как-то со всеми шучу, никто мои шутки не понимает, но самое главное, что мне смешно, это самое главное. Прям горячие наггетсы. Я заказала с доставкой. Вкуснотища. Заказываю почти всегда одно и то же, потому что луковые кольца — это просто любовь. Это невозможно по-другому назвать. Просто любовь. Деревенская картошка очень хорошо идет с кофе. К сожалению, сейчас кофе под рукой нету. Давайте поотвечаем на вопросы, которую вы мне задали в моем инстаграме. Есть любимые американские тиктокеры? Если есть, то какие? Мне очень нравится Лорен Грей, я вам недавно про это говорила. Ее кто-то обогнал по числу подписчиков, но все равно мне она нравится больше. Хотя сейчас много и среди наших русских тиктокеров мне прям очень нравится. Например, вчера с мамкой смотрели видео Карины Кросс. Это просто нечто. Это так смешно, это так круто снято. Мне кажется, у нее есть какой-то сценарист, есть оператор, то есть она сама все это не делает. Это просто нереально. Самой все это делать. Но самое главное — результат. Результат получается очень крутой. Иногда мне тоже хочется собрать команду блогеров и тоже снимать какие-то смешные видео. Но проблема опять же в парне, например. Он скажет: с парнями видео не снимай. Дальше давайте посмотрим, какие вы вопросы задаете. Как меня захейтили за то, что в прошлом видео я съела мамино мороженое. Как вы меня спалили. Короче, я сняла видео про покупки. И там я показала два мороженых. Одно для мамы, другое для меня. И в следующем видео я просто беру это мороженое мамино, просто хомячу. Я думала, меня не спалят, но меня спалили. И в комментариях написали: Айка, что ты кушаешь мамино мороженое, бедная мама? Мама, когда читает подобные комментарии, мама просто угорает, что как классно, что подписчики меня любят. А бабушка как радуется, что вы там писали ей хорошие комментарии. Вкуснотища просто. Просто вкуснотища.
Люблю я фастфуд. Во всех его проявлениях. Любой фастфуд дай мне. Следующий интересный вопрос. Айка, как ты относишься к творчеству Кати Адушкиной? Смотришь ли ты ее видео? Честно, нет вообще. Одно время я смотрела, но сейчас как-то мне этот контент не очень заходит. Мне больше нравятся взрослые блогеры. То есть постарше меня. Пусть даже как-то непрофессионально снято. Я ничего против ее творчества не имею даже. Мне очень нравилась ее песня Beauty Bomb. Но опять же, сейчас такой выбор огромный блогеров. И каждый человек может выбрать себе блогера по душе. И это, мне кажется, большой плюс для зрителей, что ты всегда можешь выбрать того блогера, который тебе нравится. Сейчас огромное просто количество всяких блогеров, любых. Здесь двойная котлета. Я такое не очень люблю. Именно потому, что тяжело кушать. У меня рот настолько не открывается, как у крокодила. Просто вкуснотища, посмотрите. Я когда только начала смотреть ютубчик, было буквально 5-6 девочек-блогеров, которых можно было смотреть, которые действительно периодически снимали какие-то видео. Маша Вэй, Катя Клэп. Ну, вот эти все девчонки. Я, если честно, среди всех них больше всего смотрела Машу. Мне как-то по духу она была ближе. Да и вообще я ее считаю очень красивой. Вот Спилберг вообще не мое. От силы, может быть, я посмотрела, не знаю, 3-4 ее видео и все. Как-то, ну, не зацепило меня, если честно. Вот интересный вопрос. Айка, как ты относишься к вегетарианству? Могла бы ли ты стать вегетарианкой? Я отношусь просто замечательно. И вообще к вегетарианцам у меня особая любовь. Мне кажется, это особенные какие-то люди. У нас на работе была девочка. Она была вегетарианкой. И вы знаете, все к ней относились с особой любовью, потому что это был настолько добрый человек, настолько душевный, без зависти, без вот всего этого гнилого. Конечно, нельзя обобщать, но мне кажется, все-таки большинство веганов – это очень добрые люди. Я раньше, например, да, считала, что шуба – это круто. У меня есть жилетка из песца. Но последний год где-то я ее даже не ношу. Поэтому к вегетарианцам я очень хорошо отношусь. И даже моя бы воля, я бы стала с удовольствием вегетарианкой. Напишите, пожалуйста, есть ли среди вас вегетарианцы. Потому что интересно, смотрят ли вегетарианцы вообще мукбанки. Интересна ли эта тематика для них. Потому что мы все-таки едим что-то мясное тоже. А эти люди против. И еще мне нравится у вегетарианцев, они не внушают тебе свою политику. Я видела несколько таких человек, и все они с уважением относятся к людям, которые едят мясо. Просто они предпочитают по-другому.
То есть не было такого, что мы, например, на работе в столовой сидим, и эта девочка говорит: «Фу, вы едите труп». Такого совершенно не было. То есть у меня такая позиция. Вы уже как хотите. Хотите ешьте, хотите нет. В религии, не знаю, в вегетарианстве, в политике я люблю у людей толерантность. Надо всегда уважать мнение кого-то и не внушать свое мнение. Например, я считаю, что геи — это плохо, к примеру. Я должен это внушить всем, чтобы все так считали. Это неправильно. Я считаю, что нужно быть более современного склада ума и воспринимать мир таким, какой он есть. Ребята, я, в общем, наелась. Как только напиток заканчивается, я даю заднюю. Здесь у меня вроде 2 гамбургера было. Ну, в общем, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Если вам не трудно, подпишитесь на мой канал. Для меня это безумно приятно, для вас это всего лишь мелочь. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита!